Друзья, привет! Сегодня на нашем канале самый большой круизный лайнер в мире – Harmony of the Seas. Один из новейших и наиболее инновационных лайнеров круизной компании Royal Caribbean класса Oasis. Этот великолепный корабль был спущен на воду в мае 2016 года и на сегодня является самым большим лайнером в мире. 362-метровое судно способно вместить более 6000 пассажиров и около 2200 членов экипажа. Harmony of the Seas имеет различные каюты, начиная от небольших комнат до люксов, некоторые из которых оснащены настенными экранами, именуемые виртуальные балконы, которые показывают то, что находится вокруг судна. Самые крупные из кают, классифицируемые как королевские апартаменты, простираются в высоту на две палубы и названы Loft Suites. На корабле расположена зона отдыха Central Park, созданная по образу легендарного Центрального парка Нью-Йорка. К услугам гостей лайнера профессионально оборудованный фитнес-центр, классы йоги, 4 бассейна, солярий на открытой палубе с зоной отдыха и 10 джакузи с видом на океан. На борту расположено более 20 ресторанов с самой разнообразной кухней. Любители активного отдыха смогут получить яркие впечатления на водных горках, серф-симуляторе, скалодроме или тарзанке зиплайн, пролетая практически над всем лайнером. А вы любите морские круизы?